У нас в гостях Олег Костерин, представитель компании InfoVision. Олег, скажите, пожалуйста, с какой целью вы прибыли на Product Expo? Я выступал, рассказывал о том, что на сегодняшний день использование традиционных методов работы с бизнес-аналитикой, к сожалению, не позволяет компаниям решать их ключевые задачи, а о том, что необходимо роботизировать этот процесс, строить ситуационный центр и наших ключевых пользователей, таких как категорийные менеджеры, операционные менеджеры, окружать сервисами, которые всю работу по поиску инцидентов, по поиску ключевых ситуаций будут делать за них и предоставлять информацию категорийщикам для принятия решений. Вкратце, в принципе, вот об этом был мой доклад. Вы, получается, как спикер выступали сегодня? Да, я сегодня был спикером на секции вот у Анны Тищенко. Мы разговаривали про автоматизацию в ритейле. А какие вот сейчас тенденции будут в 2020 году у нас в вашей области? В нашей области у нас одно из передовых решений, как мы считаем, и тенденции именно будут в сторону роботизации работы с данными, именно в упрощении доступа к ключевым инцидентам, которые генерируются на уровне данных. Ну вот это основное, что будет в этом году. Олег, спасибо вам огромное и желаем успехов. Спасибо.